Так, Мишаня Булка, фракция Бандиты, счет 13 тысяч рублей, практически как в жизни. Индекс снаряжения 290, найс. Так. Идти в игру. Или, может, можно где-то сразу выбрать этот сервер, куда поконнектиться? А хрен его знает, а мы думаешь, не будем сейчас в группе? А хер его знает, не знаю. Ну, я коннекчусь. Да, мы не в группе. Не в группе, да? Окей. Я сейчас скину приглас. Ага. Так, сейчас секу. Держи кота. Подожди, где я? Забавный. Что, он похудел, как будто финишер? Вы чё, блин? Ты похудел, кот похудел. Чё происходит? Ну, так вот и вот. Ну, ты-то, я так понял, сейчас на базе, да, где-то? Опа, да. Ебать, Кирюха, у меня тут братва прибежала, блядь, с эмками, короче. Боссман-моряк какой-то. Сука, два чела, блядь, так попробуйте меня сталкерить. Опа, фанат пирата пришел, блядь. Чё нахуй с лицом-то, а? Видели у меня снаряжение? Ты, боцман-моряк, отъедешь сейчас, какие походу. Какие там удачки впереди? Ты чё, блядь? Как там? Сейчас бы чаю. Чё? А у нас опять одного. Вижу петухов. Ты кинул что-то, да? Нет, не кидал. Сейчас кину, как там, на П. Друзья, Кирюха. Кинул приглас тебе в отряд. Подтвердить. О, а не, мы не на одном серверке. Подключайся, получается. Сейчас как раз размотаем этих пацанчиков. Вы будете перемещены через 27 секунд, пишет. Давай, я подожду. Бля, я же весь свой хабар проебал, бля, прошлый. Да, раз. Да ты потому что пошел в соло, блядь, на какого-то типа нахуй драться. Я не пошел особо в соло. Опачки. Это мне. Цемини. Бля, у меня это. Патроны же все проебались под СКС-очку, надо снова купить. Блять, ну кстати, да. Ну, у меня с собой 6 штук есть, но эти 6 штук да тебе. Да я куплю эту хуйню, вообще они дешманские. Здорово, Мишань. Подписка все еще недоступна, Фелс Бадман. Так что поддерживай так. Спасибо большое, Сосисон. Спасибо большущее тебе за переподписку, получается. Благодарю тебя за поддержку. 550 штучек бамс. Бля, гранатки проебались. Ай, тоже. Бля. Тут, походу, вообще никто не лутался в этом месте. Чё, блядь, дурак? Чё, блядь, сумасшедший? Я приметил пару туш. Дурак, блядь, напугал меня. В сейф-зоне меня пытался застрелить сталкер, блядь. Слушай, тут так-то много сталкерья. Я только одного бандита видел, уже 3 сталкеров, блядь. Так, слушай, пока я тут на базе, мне какие-то квесты тут можно закрыть, походу. Я их закрою тогда. А чё, я перезаряжаться не могу? Рожусь я сабом, да и, блядь, умру я сабом. Стрим без рекламы, да и смайлы в чате. Если нет жизни вкуса, значит нет жизни саба. Так, где ты там, ебать, очко, бля. Да, бежать надо нормально, братанчик. Слушай, правду, а у тебя 20-й месяц. Засланный казачок задание основное. Спасибо большое, кот, тебе за 20-й месяцок и вправду круглая дата. Благодарю, что остаешься с нами так долго. Спасибо тебе за переподписку. Рада тебя видеть. Бля, за тир 3 сапку. Я тебе руку дробь, еще подожму. Сука. Пожму отдельно, так сказать. Спасибо большое. Че говоришь, Киря? Ты какое основное задание сейчас? Санитары. Ну, типа, у меня шаман же был. С шаманом поговорить надо было. Вот, а потом поговорить с Липой. Я с Липой еще не говорил. Ну вот в этом месте, где я, короче.
Ебать, у меня патронов. Поговори с Липой, он тебе может дать задание, может у нас одно и то же будет. Ну, наверное, но если ты без меня не играл, то у нас должны быть одинаковые. Не-не, я просто вроде успел с ним поговорить. А-а, ну я не говорил еще, да. Вот у меня задание сейчас засланный казачок. Лута на самом деле дохерища вообще, блин. Как бы не сдохнули, блядь, от каких-нибудь чиликовцев. Сейчас бы кино какое глянуть. Интересно, что в киношках сейчас крутят? Не, Bon Voyage, неправда. Чистый фейк. Это не сталкер, это сталкрафт. Если ты не знаешь, да, вот так вот. А, они не стакаются еще, блядь. Слушай, блядь, да вообще можно нихуя не покупать. Тут на ящиках на базе вообще целая куча всякого хламья, блин. Всякие есть какие-то, ну, это чисто текстурные. Патрончиков тебе немножко надыбал. Так, что мне с Липой надо поговорить? Ну да, наверное. Тебя на нашей стороне, дружище. Я знал, что ты долго в койке валяться не будешь и еще заявишь о себе. Здорово, Черемша. А, Липа, так ты тоже блаженный. Ну, да. Сам понимаешь, сразу я тебе признаться не мог. Понятно, почему. С этими санитарами мы еще хлебнем проблем. Я уже начал копать под них. Я так понимаю, шаман поручил тебе с ними разобраться. Так, он сказал, что я должен втереться в их банду и раздобыть у них какую-нибудь ценную информацию. Засланный казачок. А, ну да, вот значит. Этот квест... Ладно, слушай внимательно. Санитарами на болотах и кордоне командует человек по прозвищу Желтуха. Я знаю, где он сейчас остановился. Отмечу тебе его местонахождение. Желтуха же вербует новых санитаров. Но завоевать его доверие наверняка будет непросто. Так, он не поймет, что я блаженный? Ну, на лбу у тебя этого не написано. Вряд ли он сразу проникнется к тебе доверием и, вполне возможно... Тебе придется выполнить какую-то грязную работу для него. Отнесись к этому как к необходимой жертве, дружище. Мы уже в говне копались нормально. Пать под этих санитаров. Ты ёбаный твой рот, блядь. Хорошо, значит придется рискнуть. Я тоже буду пытаться найти что-нибудь на этих уродов. 5 патронов закупать. И, конечно, держу за тебя кулаки. Так, это не звучит как что-то, что может мне помочь. Погоди паниковать. Шаман для тебя кое-что припас. Есть у нас в загашнике неплохая снаряга. Ты же от такого не откажешься? Вот, координаты тайника. Как будешь на кордоне, не забудь забрать. Ну, приободрился? Все будет хорошо, дружище. Уверен, все. Какой-то он слишком получится. Позитивный для сталкера. Это уже лучше, спасибо, Липа, до встречи. Че, тебя убил чел какой-то, да? Не, воронку попал. Лошара, блин. Так ты можешь свои вещи забрать, зачем покупать заново патроны? Я бегу, там тип какой-то рядом ошивался. Так, Фриман. Здорово, тебе чего? Купить зашел. А, ну он обычные штуки продает. А я могу продать ему? Блять, не могу. Пиздец, отстой, что он не покупает. Помощь нужна какая? Помощь, ну ты знаешь. Есть одна проблемка, которая уже долгое время не дает мне покоя. Один человек должен был принести мне очень важную вещицу, но на связь не выходит уже почти 2 часа. Район-то вроде тихий, да и сам товарищ человек опытный, а в воронку по глупости влететь не должен. А, да кто его знает, что стрястись могло. Вот и я о том же. Может, случилось чего. Раз уж тебе делать нечего, то сходишь, проверишь, все ли там нормально. Даже если ничего не найдешь, то косичком угощу, ебать, нихуя. Да водочки за счет заведения налью по рукам, а? Ну давай, скидывай координаты.
Пропавший курьер. Угу. А, ну, я вроде бы взял все допки, взял квесты. У меня засланный казачок тоже есть квест, поэтому все четко. Жду тебя, получается. Отлично. Чтоб ты допку здесь тоже взял у Фримана, блять, какого. Что за допка, как называется? А, пропавший курьер. Да, ну, может, есть. Блять, тут Егор какой-то ходит около меня, нахуй. Все ждет, пока я выйду, блять, с ножом бегает за мной. Мы размансуем его сейчас. Сейчас мы его размансуем, вот именно. Сейчас. Я типа подойду, ты начнешь уходить, он тебя зажмет, а я, блядь, в крыску его попал. О, ну, кстати, нормальный план. Мы же бандосы, крысы ебаные, блядь. Факт, факт. Накуканим этого как сталкера, говоришь, туда. Называется твой этот квест. Пропавший курьер. Да, такого у меня нет. У тебя есть квест, называется «В поисках клада»? В поисках клада. Да, да, есть. Хорошо. Бля, куда я иду, там не он туда. Бать, очко вообще. Зачем ты сюда пришел, ничтожество? Берешь и все, уже ухожу. Сука. Опа, а вот бочу я залутаю. Бля, старик, тут столько лута, это просто пиздец, блять. Так заебись. Ну, имеется в виду прям снаряжение обычного. Я налутал там. Ну, патронов там, аптечек, еды и так далее, вот этого именно. Mm-hmm. Может, половину спрятать? Да куда ты спрячешь? Мне вот эти вот штуки главное принести, блять. Они самую ценность представляют. Все остальное это пыль. Блять, вот тут рядом даже есть зверье типа бегающее, но не хочу бы ходить, блять. Сука, этот нахуй. Маньяк где-то ждет меня по-любому. Да. Три пульки в обойме, а я не знаю, я не могу здесь перезарядиться почему-то. А, во. Бля, чуть еще одну карусель не попал, бля. Блядь, а что за 9 мм С какие-то? С. С, вот именно, блядь. Да не, Аристарх, зачем, не надо? Сами разживаемся неплохо с НДМ. Хотя чел вроде бы ушел. Мне тебе так кажется. Он, ну, за угла, возможно, тебя мне. Да, кажется. Сука, сидит где-то, ждет меня, блядь. Я тут пока секретики, блядь, поищу. Опачки. А чего, Пеги не позвали? Они играют в Days. У них свой сталкер, у нас свой. Бля, псина сутулая, бля. Ту-ту-ту-ту-ту. О, фиксирую тебя, старичок. Получается, ты вот с той стороны идешь. Ой, блядь, я нашел их. Это те типы, которые, сука. Бля, убили тебя? Нет. Бля, Киря, живи, Киря, живи, убегай, просто постарайся рамсить. Не-не, я, бля, они-то без прицельщиков, а я с прицельщиков. Я сейчас со спины зайду. Собрались, народ, в атаку! Да, куда, бля? Блядь, я убил каких-то... Блять, неписи убиваю каких-то, а не типов. Он скинул, по-моему, одного, бля. Не готов, блядь. На нож, блядь. На нож, сука. Кто это? Вот гнида, убил? Ты не знаешь, что он сделал.
Бля, Кири, живи. Пиздец, это такой раплан поминки, бля. Я ебал. Ты прикинь, чел, когда... Он около тебя? Он сдох. Они оба сдохли. А ты жив? Mm-mm. Так стой, не умирай. Блядь, я не мог. Я уже сдох. А-а-а. Ну он тебя добил, типа, да? Нет, это... Блядь, это такая хуйня вообще была. Ты не представляешь. Блядь, Киря! В ловушку попал. А, ну я выбрался нормально. А я вот попал в эту хуйню, точнее как, я пошел его добивать ножом, он ползал. Ага. Я пошел его добивать ножом, и когда попал ты ползаешь, в нее, да? Ты когда ползаешь, когда ты нокнут, ты можешь типа ударить кулаком и оттолкнешь. Этот гандон меня оттолкнул в эту хуйню, блядь. А я был фуловый и все такое. Пиздец. Ну я, короче, пасу шмотки. Давай. Посмотри, что у них есть. Нет, ну я просто смотрю так, типа. Так наблюдаю, короче. Облутай, вдруг сейчас кто бригада какая-то на тебя вылетит. Давай. Они вдвоем рядом были, да? Да. Ебать, тут хламья, нахуй. Нормально? Ну, нормально. Расходники все в основном. Ну, это говно все продается хорошо. Ну, да. А в тебе чисто патроны были, да? Гранатки там. Ну, я все свое сам заберу. Угу. Да я знаю, мужики, что можно взять все. Я просто отдельно складываю, чтобы потом посмотреть более детально, что у них было. Где эта хуйня? Ну что тут была, блядь, не? А, вот она, блядь, залупа эта. Да, вот вижу гранатки, патроны, да, вот оно твое, короче, все. Да я уже здесь. Найс, братан. Ну развалил лохов, получается, двоих. Они стволы, интересно, блин. ХЗ. Ну. А где эта хуйня? Вон. Вот тут аккуратно, оп. Заебись. Все четко. А где же мехи эти? Все. Вот они вот тут были, да, да, да. Хорош. Ну я в принципе еще даже. Я вон туда на машинку вот это вот встал, бля, и похуярил им по головам. Жесткий братанчик. СКС-ка нормальная, на самом деле. Пойдем квест тебе возьмем. Идем. А, здорово, Отбедрович. Зашел передать привет, отдыхать. Вот тупо нет времени смотреть стримы, как бы не хотел. При том, что они первые начали. Сегодня пусть две пары носков. Пок и свой шампунь от первых. Типа даже стирка. И подаже стрижка. А, стрижка под вызывание не помогла. Так что вымываем. После натаскали дров, ясеня. Братки сидят, бля. Ибо погода срань. Так что как-то так. Пробовали узнать. Я там застрял. Горы по фасту за вещами. Да хуй. Там шумно и опасно, так что вещи надо покупать на весну. Лето, что хватит пиздец, когда вот этот кошмар кончится. Понятно, блядь, жесткий Отбедрович. А у меня вот эти челы почему-то красными показываются, блядь. Че, видишь кого там? Не, ну это они, мне кажется, зомби. Плотей каких-то. Ну это небеси появится. Идут, если что, стреляют. Ну да, но по кому, интересно. Ладно, погнали. А я, кстати, вот здесь зачищал типов. У меня вот здесь лут от них остался. Да, я вижу. Блять! Ох, нормально выбрался. Хорош. Блять, сраная карусель вот эта, это просто пиздец. Да, мерзкая хуйня. А, там, кстати, погоди, а там наверху еще было что-то прям такое, как убежище, знаешь. Вот здесь. Надо чекнем. Ну, типа, не убежище, а такая, знаешь, как место, где они прятались, короче. Да, о. А как зайти сюда? О, нормально, я запрыгнул. Ты сейф с водочкой пропустил, Мишаня. Жестко. Водочка, ебать, не водкой питались, походу. Походу. Да, реально, водка, блять, патроны. Гранатки, антирад. Братаны, не бросайте меня, я спаду. Ты кто там, блядь, базарит? Там, блядь, умер какой-то непись.
Блять, ну чё он красным-то тогда показывается? Что бред, блять. Давай от бедро еще удачи на связи. Хорошо, что сказал, что все в порядке. Удачи к тебе. Так. Подвинули? Да, можно. Тебе патроны нужны, кстати? Вот там неписи попали в эту. Патроны не нужны. Попали в электро. Ну, у меня есть, если что, для тебя патрончики. Я к этому. Это неписи. Да, интересно, если, блядь, с этих типов выпадают болотные камни. Интересно, если их хуярить. Можно хуярить или нет? Фига, даже труба есть продуманная, блядь. А мы их не дамажим. Да, 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 я поэтому и говорю, блядь, я тоже пытался. Ну, не пытался, я просто на них навожу ствол, и у меня почему-то они красными становятся. Да, может, наоборот, типа, нельзя стрелять. ХЗ. Блять, Киря! Бля, Мишань, ну ты хорош, хорош, да-да-да, вот все, все выбрался. Это меня дымажит, фу, блять. Пиздец, а там лут просто в этой хуйне, блять. В смысле, там еще? Ну, вот этот лут, да, вот в этой хуйне. Так я вот отсюда взял, подошел, забрал, бля, радуешься жизни. Хорош, Киря, хорош, профессиональный сталкер. А, не понимаю. Наверное, лутер, бля. А, ну это санитары эти, наверное. Вот тут аккуратно спереди, Киря! Ага. Да, да. Ты попался сейчас? Не-не-не, бля, я вообще иду нахуй, буду реально ходить кидать болты эти ебучие. Давай, пойдем тебе квестик возьмем. И выдвинемся. Просим помощи. Бля, Киря, тут какой-то жесткий бабы, нахуй чел. Бабы, конечно, грызут. Где? Но не так, как эти. Передо мной мутанты. Стоит. Заметил каких-то тварей. вот этот, блядь. Ну, сейчас медленно надо, давай. Такой осмотрелся, хуяк, хуяк. Он не жесткий, на самом деле. Не такой уж он жесткий. У него типа next tier armor. Угу. Как у меня. Че, преследуем его, не? Давай, можно бах. На 110 он тут хочет уходить. Оп-оп, лег такой, смотри. Он прям на границе зоны. Да, да, да. Ебать, он убил тебя, что? А я был в безопасном зоне. Ебать, а что за бред, нахуй? Прикольно. Игрулька работает, да, опять бежать, нахуй. Что за бред, блять? Ты его убил? Нет, блять. По нему-то урона нет, нахуй. А ты меня болтаешь? Нет, он тебя спиздил уже весь лут, блять. Ну, понятно. Но у меня есть для тебя патроны и аптечки, нормально, Киря. Ай, блин, убил, ну. Ты должен его захуярить. Да блять, ну он стоит нахуй в сейф-зоне. А, он перегружен, блять. Чё, лута много, да, чертила? Отдавай лут, блять. От. Во, давай, давай сюда. А, ну он патроны отдал. Ещё давай. Всё. У меня там болотные камни были, давай, его точно гопать надо. Гад. Ты что говорю? Да-да-да. Его 100% надо захуярить. Выпустим тебя. Да он просто дисконнектнется и всё. Ёбик это. Пускай, блядь, что выходит из игры. Ефремий. Не глупи, оно того не стоит. А, сука, КД, блядь. Давай лут, блядь, холодильник.
А можно как-то в войс ему прям орнуть? Можно, вроде, ты же юзал войс как-то в этой игре. Но он чисто на этот, блять. Ща. На тап? Нет, ты прям говорил в игре есть что. Сейчас. Так, старичок, ты лут по-хорошему отдаешь, или мы будем по-другому говорить? Вокруг наша братва, бандиты, короче. Ты будешь кондёхать веселее на тот свет, понял, если не отдашь все, что забрал. Я слышу тебя в игре, возможно, это отрядный чистый войс. Да я про это и говорю, блядь. Сука. Ай, блядь. Может, он тебе сложил, типа, все в холодильник? Он тебе... Не знаю. Он сложил патроны на дробовик, блядь, там и все. Ты болотный камень отдает давно, блядь. Да он медленно идет, понимаешь? Он перегружен, блядь, в Талово просто. Я тоже, блядь, на самом деле перегружен, нахуй. О-о-о. Ебать, потерянные рюкзаки отдает, так он... А, ну вот Кирюха Кочегар, блядь. Смотри, что в этом... Зеленая плесень, 5 штук. И 5 еще болотных камней есть, там должно быть. Ну вот не скидывает он их, блядь, гад. Пизды получит, значит. Я в это, фишкую его. Подбегай ко мне, у меня эти. Я уже здесь. Давай, сейчас скину тебе. На Кирюха Кочегар. Блядь, сейчас секу. Потом потрошки. Оп. 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 Аптечечек себе. Оп. Оп. Еще потрошки. Пластинок, не знаю, скину тебе. Оп. Че еще надо? Вроде все. Еще патроны, вот. Где он, блядь? Где он, нахуй? Ушел куда-то, блядь. Да, ушел вон сверху, чума не, блядь. А-а-а. Да мы не можем его здесь завалить, блядь. Я вообще в ахуе, какого хуя он убил Сандея, блядь. Почему он смог убить Сандея? Бля, как хорошо, что я чат закрыл с собой. Он поскидывал, походу, вещи наверху где-то. Да, вот тут наверху скинул. Забирай. Забирай, Кири, вещи, а я пойду его фишковать. Я тут нормально. Так же стоит? Да, на зоне, блять. Не выхуярить? Не. Так, а чё я тебя не вижу? Я внизу, стою в здании. Он рядышком? Да. Около меня вот тут он, блядь, спереди. Вон он идет. Вижу его, бля. Интересно, он вышел уже за зону или нет? О, выходит, мне кажется. Сычара, блядь, а? Я его мониторю, можешь выйти. Так ты ж в безопасной зоне, ты не дамажишь. А, да? Пустил я на втором этаже, я его, бля, захуярил. Сука! Ну чё он не выходит, а? А ты мне на дробь Патрики не скинул, да? А я могу дать, на. А, сейчас. Вот раз. И вот два. А, я... Блять, я не тебе скинул? Ну ты мышь, бля. Витя. Не твое. Это... Кирюхи. Патроны. Отдай по-братски. По-бандитски.
Да сука, блядь, заебало это КД отправки. О! Лох, блядь, Киря, забирай быстрее. Так он приседал, чтоб мы его захуярили. Все нормально. Успелся забрать? Да. А то там этот подсос, блядь, присосался сразу. Фу, блядь. Будешь знать, как на бандитских районах ходить. Он ебал, блядь. Так. Вон, чё, где квест брать? Погнали. Вон, внизу, внизу бери. У кого? Внизу у... Бармен, блядь, короче, сидит такой. А, вижу. Фриман? Фриман, Фриман, да. И он дает пропавший курьер. Угу, вижу. Ну все нормально, отомстили, так сказать. Скины эти тут, конечно, что-то с чем-то. Так, а продаться тут кому-то можно? Нет, вот именно что, у меня столько лута, чувак, это просто пиздец. Типа не то, что которую продать-то хочется, которую хочется в тайничок запихать. А, кстати, погоди, а я могу? Бля, не, персонального склада тут нету, надо на базу хуярить. Погнали, ладно, чё. Я бы, типа, сгонял вот этот квест найти курьера, сделал бы. Потом, не знаю, там рядом есть в поисках клады, и я бы зашел бы еще на базу опять. Там квестов набрать и продать все говно, которое накопилось. Можно пойти изначально по первой, второй точке. А, ну да, ну давай первая точка тогда сначала. Потом первая, вторая, потом на вот эту хуйню, и дальше там уже разберемся. Рванули, че. Рванули. Нормально мы его отделали. Вернул все, что было у тебя? Да, наверное. Найс. Да, я думаю, ты даже больше забрал. Так сказать, бандиты в минусе не остаются. Не, ну чел просто вышел, чтобы его захуярили, так что он сдался по итогу просто. Ну да, да. Ну так, блядь. Я бы не сказал, что это прям захуярили. Да, блядь, это, понимаешь, мы его психологически захуярили. Это бандитская, понимаешь, это давка была, давка психологическая. Да кого он там пожалел, будет знать, как с нами возиться. Тут, понимаешь, типа, одно дело, когда ты просто сталкера грабишь, а другое дело, когда ты подходишь, и там Мишаня Булка и Кирюха Кочегар. Как бы это, блядь, имена-то не просто так вот такие бывают. Там сбоку, кстати, животные есть, сколько там, 87 метров. Да хуйня, он ничего не дает. Да, ну похуй, пошли тогда. На вторую точку, где она? Я тоже что-то понять не могу, блин. Получается... Вон там, 194 вон. Метра. А, да, вижу. Или не вижу. Ну, да, вон они, точки там эти. Да, блять. Ну вот это болото, это самое говно вообще. Долго просто через нее перебираться. Вот на радейку вообще похую. Хотя я вот сейчас 400 налутал, блин. Приятно. Так, в смысле, диспут? Ну, никто его не стримснайпил же, этого чела. Банду стримснайпили, просто жестко сидели на краях, ну, на окраинах. А мы с Кирюхой хотели зарамсить его, потому что, ну, мы бандит, а он сталкер. А он Кирюху, блядь, в сейф-зоне убил. Ну, ты чё? Такое не отпускается, понимаешь? Если бы он просто убежал, да хуй бы с ним. Но нет. Хуя, ты тут бункер нашел. Бункер, да, какой-то. Там кто-то просто шуршит где-то внутри, блядь. Ты чё там? Не я. Кто-то рядом, блядь. Аккуратней. А, ну это вроде бы нашинский.
Сюжет будете проходить или как получится? Да как получится, старина. Так, теперь можно, в да, принципе, теперь на курьера. На курьера, да, поехали. Нормальная тема будет. Ой, я где-то заблудился. Нормально нам, 160 метров до курьера. Дробь нашел, бля. Хорош. А тебе тот чел не отдал, да? Мне купил, они там по 40 рублей стоили. Помойник, блядь. Да дело не в этом, что купил, не купил. Скинули не ему, я написал ему, типа, это Кирюхи, чел. По-бандитски говорю, типа, блядь, прошу, он очкошник, блядь. Каком бандит, блядь. Лох позорный, блядь. В натуре, блядь. Петух подшконочный. Ай, блядь. Так, надо, короче, найти курьерчика. И, скорее всего, курьерчик... А, где-то 9, да? Да, курьерчик, скорее всего, отъехавший. Жмура, так сказать, найти. Я думаю, жмур в вертолете, Киря. Слушай, нет жмура. На удивление. А, погоди. Ну да, нету. Или может он просто стоит где-то, как непись. Хотя... Ну, если чел куда-то пропал. Рядом с деревом, говорят, где-то, каким-то. Дерево, дерево. Хвоста вертушки справа у дерева. Угу, вон там, видимо, да? А, вон стоит, реально. Ебать, ты посмотри. Человек... А, это труп курьера. Его прибили, блядь. Безжизненное тело, прислонено спиной к дереву. Внимательно осмотрев тело, вы понимаете, что человек был убит не более чем полтора часа назад. Болотная более того, пила. Перед смертью его явно пытали. Многочисленные следы ударов... К груди гвоздем прибита записка. Хочешь груз, соглашайся на условия. Очевидно, что этот мученик человек Фримена. За записку и уйти. Так, ну это квест у Фримена. Че мы... Да, наверное, не будем возвращаться. Нам же еще основной квест потом делать. Ну да. Возвращаться. Погнали по точкам. На третью точку, наверное, да, пойдем. Вон она там как раз. Пох, у меня антирад есть, поэтому можно и дознуться, да, так ты, сказать. Ты так спокоен. Ты лутаешь 400-500 и переживаешь их спокойно. Mm-hmm. Ну, блять, сталкера жесткие, потому что. Опытные. Ну, смотри, тут собачки и гуноножечек посажены. Ишь, блять, да. Резвая какая. Ты, главное, убей хотя бы одну, чтоб тебе засчитало. Убил, да? Найс. Сзади бежит вон она. Плывут это, блять, подводные. Ну, оставь меня, может... Одной слишком мало. Да в смысле мало, да. Нормально. Есть у тебя появилось вот да, тут? Да. Ну и все. Повезло, повезло. Дали хуйню, конечно. Плюс два. Но мне кожу дали какую-то. Это все мне... на продажу, чел. Не, мне одну хуйню дали все. А, да, не, у меня там более-менее нормальные. Одну плесень, бля. Жилую. Ты сам плесень, потому что. Справедливо. Опа, сейф. Патрончики. Забирай патроны там, в сейфе. Твои 7.62. Так 7.62. Убежище. Так, ну чё? Ой-ой, старичок. Не-не, нормально. Хорош. Я на карту смотрел, бля. Четвертая точечка получается. Mm-hmm.
Ну, я говорю, сейчас типа... Сейчас бы артефакт какой-нибудь. Да, реально. Сильно. Спереди... А, спереди наш, нормально. Павлик фармила, блядь. Так вот, до пятого уровня, типа, качнуть бар и все, и вообще хуя забить на него. На вот эти дейлички. Да, само собой. Что-то столько останков челов, на самом деле, пипец. Так, теперь получается, нам надо по квесту засланный казачок. Мы там к этим, к санитарам идем. Че столько трупов-то, блять? Мужички, вы за что умираете? Желтуха. Это кто у нас тут такой, а? Бля, сука, а, обидно. Ты же друг хлыща. Нашел его тогда на болотах? Ты что, умер, что ли? Да нет, я, блядь, допил до конца порода. Сейчас смотрю, на дне там ебать сколько не размешалось, блядь. Ну водички иди давай, да размешай, чё ты. Ну да, пойду сейчас. Так, это тот чел, который... Желтуха, ебать. Да, это знакомый, старый знакомый наш. Так, и тебе привет, желтуха. Нашел с перерезанным горлом. Кто ж местных кабанов научил так ножичками управляться? Хороший вопрос. Ты его адресуй в какой-нибудь институт, обсуди, так сказать, с научным сообществом. У меня, меж тем, тоже есть вопрос к тебе. Откуда ты знаешь, кто я такой? Так, да уж все знают. Ты, я слышал, вербуешь в ряды санитаров. Ага. Собираю добровольцев для благого дела. Ты как, хочешь пополнить наши ряды? Так, ну я бы хотел вступить в санитары. Парень, ты вроде умный, но извини, за красивые глаза в наши ряды не берут. И уж если ты желаешь к нам присоединиться, будь готов психом блаженным головы отрывать. Мы тут не скрываем, что работа у нас грязная, такова уж цена чистоты, знаешь ли. Парадоксально, да? Так, ты прямо-таки мастер речи задвигать. Может, к делу перейдем? Что от меня требуется? Докажи, что готов вместе с нами мочить блаженных. Есть у меня две проблемы, которые требуют решения. Разберись с ними, и ты в команде. Ну рассказывай. Мы не убиваем кого попало, наша цель блаженные. Иногда их приходится раскалывать. Многие из них боятся нас и скрываются. Есть тут один клиент, кличка Сапожник. Мы за ним следим, есть основания полагать, что он блаженный, но железобетонных доказательств нет. Раскали его. Убивать не надо, просто заставь признаться в том, что он такой. Если он блаженный, мы о нем позаботимся. Это одна задача. Так, а вторая? Вторая по заковыристей. Мы схватили одного парня по кличке Дракол и допрашивали его. Но он оказался скользкой гадиной. Умудрился сбежать. Я послал за ним своего помощника, но, похоже, тот до сих пор его не схватил. Найди моего человека и помоги ему. В плен Дракола не бери. Прикончи его и отрежь ухо в качестве доказательства. Так, всем жертвам уши отрезаете. Бинго! Мы так помечаем наших жертв. Некоторые из моих знакомых хотят... Хлыщ, санитар, получается, был. ...сувениров понаделать. Типа бусы, только... Буши. Так, что мне делать, когда выполню задание? Я буду следить за твоими успехами и свяжусь с тобой через ПДА, когда ты совсем разберешься. Если все будет чики-пуки, посвятим тебя в наш тайный орден. График 5 через 2, оплачиваемый отпуск, больничный, соцстраховка, ну и все такое. Так, ну все, как скажешь, старичок. Я поболтал с ним. А ты что, там еще зачистил, что ли, что-то сзади? Нет, я сходил, добавил водички.
Я тогда пока обойду, быстренько сбегаю. У меня там остался лут какой-то. Сюда, получается. У меня там тоже есть логове собак. Да, я про это и говорю. Дебил, я подружился с ним. Чё дальше? А дальше на аэропорт в поисках клада. Да, согласен. Я только, блядь, не могу метку нахуй найти, где это. Бля, реально. Во-во, вон там. Короче, им надо срочно цвет меток, блядь, менять. Вот этот фиолетовый, прозрачненький вообще. Потому что ты смотришь туман, куда вообще смотришь, хуй его знает. Блядь. Брат, тут ловушка. Опа. Аномалия. Интересно, на первой локации не так уж прям мега много народу, а там же дальше, наверное, на картоне, где-то рядом, вообще, наверное, пиздец просто. Mm-hmm. Отвал, так сказать, сталкера. Где-то, где-то на острове возле лодки написано. На острове возле лодки? А где ты это прочитал? Ну, квест открываешь. Нихуя ты прям. Погружение, квестики прочитал, подготовился. Ну, я вижу, вон там пирсик небольшой. Возможно, рядом где-то и лодка должна быть. Я буду лодку искать. Астрологи объявили месяц сталкера. О, я нашел лодку, кстати. О, я нашел. Нашел, да? Лол, блядь, слишком просто как-то было. Сейчас я подбегу. Не, месяц сталкера не объявили. Ну, был типа Day Stalker, сейчас Сталкрафт, но... Типа, что в одно поиграли немного, что и во второе, скорее всего, столько же проиграем. Ух, блядь, это было близко, черт подери. Так. На базу к мамонту надо. Так, ну все, забираем хабар, братуха. Ух, ебать, а нам следующие квестики уже на кардончик мешают. Да? Да. Все, ноги в руки, кондёхаем веселей. Бля, интересно, а нам хватит на лодочной станции сейчас 5-й левел получить, костюмчики обновить? Я думаю, хватит, наверное. Я думаю, нет, у нас только два квестика всего лишь. Ну там возьмем какой-нибудь на тушканов, блядь, сраный этот квест, да и все, и похуй. Мне кажется, что не хватит. Бля, артефактик найти бы какой-нибудь. Кринж, бля. В смысле кринж? Амешки кринжуют, сталкеры поддерживают. В натуре. Чел сидит, блядь. За компом дома в тепле кринжует, блядь. Пацаны нахуй жопу рвут в зоне, блядь. Блядь, жопу рвут в зоне где? В сталкере или в тюрьме, блядь? И там, блядь. Тюрьма не хуй, сиди кайфуй, блядь. Так, а мамонт-то где, блядь? Вот он, блядь. А, вот копыта на холодец завершить надо, вот здесь квест. Mm-hmm. Что ты как-то не по-человечески не зайдешь, ничего. Так, ну чё, как оно с работёнкой-то? Всё, закончил, вот трофеи. Зашибись, молодца, парень, держи, как договаривались. На этом всё? Не, рано расслабляйся, сейчас личная просьба. Мне тут, короче, один фраер должок торчал.
Хочешь, чтобы с него бабки выбил? Да не, он уже вроде его... А, его уже вроде замочили. Но у него, короче, кейсик хороший был. Вот он-то мне и нужен. Без базара. Где искать? Сечешь тему, паря, сечешь. Короче, хрен знает, где он наверняка, но он обычно к югу от базы тусил. Частично по одной тропе к мехдвору ходил. Найдешь его тельце, а там коробка недалеко. Откуда такая уверенность? Да я за ним пацанов отправил, а они очканули. Такие же зеленые, как ты, но только еще и очкошники натуральные. Серега, блядь. Я надеюсь, ты ровный типок сделаешь, что я тебе говорю. Так, ну, спасибо, удружил. Так, не ной, плачу 3 раза больше, ёпта. Нормально. Он еще квестик дал. Ну вот, плюс 25 репы с этого, и еще квест один будет. Да и нормально. Не хватит. Или тебе хватит? Я хз. Чего, бандитов выбрали? Да хуй его знает. По приколу. Ну, это вообще 10 дает репы. Нет, я даже на треть не накопил. Привет, паря, ты по делу или потриндеть? Так, мамон, посмотрел патрули. Отлично, вот твои бабки. Ага. Найс. Ну да, 10 дает, блять, реально. Щеб на пальму залезть! Ну, тут еще челик с квестом. Комар, блять, опять что-то комару надо. А, не, он походу... А, можно сдать квест. Парняга, приволок мой хабар из трясины. Нычку-то я нашел, да она пустая, нет там ничего. Пургу гонишь, там добро мое, или ты решил самым умным заделаться? У комара из-под носа крадешь? Ты же, помнится, об этой нычке вообще забыл, как пока я тебе ПДА не вернул. Нам дали небольшой квест. И чё? Сука, так может ты заодно и забыл, что ты уже забирал тот хабар? Могильщик, сука. Не, ну ты подумай, парняга, второй раз мне раком ставит. Не, я это так не оставлю. Не пора ли объясниться? Комар опять что-то моросит. Ой, да что тут объяснять-то? Не мой это тайник. Я его расположение купил у могильщика. Этот хмырь занимается тем, что обыскивает жмуров, а потом барыжит инфой об их нычках. Раньше дела вел нормальные, а в последнее время только и делает, что воздух продает. То есть ты не первый пустой тайник. Это не первый пустой тайник, что ты у него купил. Второй раз, парняга, второй раз меня нагрел. Не, ну это все краю моего терпения тоже. Я человек честный, ты хоть и мотался за воздухом, бабки я тебе заплачу. Но помоги справедливость вернуть, я тебе отвалю кое-что из своих оружейных запасов, если завалишь этого говнюка. Без вопросов. И на каком кладбище мне искать этого могильщика? Вот это четкий базар. Этот коршун обычно на кордоне обретается. Я тебе скину координаты, разберись с этим сечёнышем, чтоб больше не нагревал он честных работяг. Разберусь, не переживай. Ну все. Так, ну я взял квест комару помочь. Как называется? А, не обманывай кентов. Да, не, ну, у меня вроде есть такой. Угу. Вроде тоже, значит, взял. Ох, так. Ламья вообще целая куча, блять. А, этот не продается, блять. Сейчас кое-что чекну. Обязательно ли нам вообще 5-й левел тут получать? О, Кирилл, у меня твой рюкзак еще один есть, кстати, надо отдать будет. У меня 2 твоих рюкзака с зеленой плесенью, 7 штук. О, бля, это немало. Это заебись. Так, ну это мой, получается, шумок торганул. Ну, на 3500, найс. Где ты? Там. Как же мне тут все осточертело? Блин, ну вот зеленая плесень. У меня болотных камней 43 штуки, нахуй, а плесени 9, блять. Ну так ты их пихай в этот. Ну, в личный схрон. Ну блядь. Да, я пихаю их туда. А, нихуя, у меня какой-то усилитель есть, блядь, прикинь, на 7 дней, ебать. Нихуя. Да, блядь, увеличивает на 25% типа деньги и репу, я так понял, но это не точно.
Может, у тебя там биткоины где-то валяются? Бля, я смотрю, у тебя медуза, артефактов там пиздец. Да, слушай, ну обменные монеты есть. 500 штук у меня. Че это такое? Я хуй его знает. Использовал их, не знаю, что это дает. Да артефактики можно изи залить куда-нибудь, продать, да и все, и хуй бы с ними. Ладно, че, рванули? А, ну давайте сумочки твои отдам, где ты? А, ну давай. Так, на... Раз и два. Так, а я пока лишнее хламье поскидываю тоже. Блять, дают вот эти сумки с патронами, они весят просто овер до хуя. Так я их сразу в сторону дал. Угу. Усилитель расходуется, пока ты не в игре. А чего СНД по ревке не регнулся? Да я не знал, что я по ревке регнулся. Я говорю, я смотрел видос у чела, и тоже захотел попробовать, и у него была как раз таки ревка, блять. Но я по ней регнулся, но я не знал, что, типа, мне за это что-то дадут. А оказывается, дали. А бинты же и прочее вот это говно продавать тоже можно, да? Наверное, да. Сейчас пойду толкну ему тогда все это дело. Не, ему нельзя. Не покупает, да? Mm-mm. Блядь, стой. Да, ну похуй тогда пойти в этот свой тайник сложить, да и все. Который подвальный. Как по бабам я соскучился вообще. Я готов вообще в любую сейчас пилоту. Кто-то умер, блядь. Тебе патроны нужны, кстати? Не, все есть. У меня, если что, 7,62, 350 штук имеется. Не-не, все есть, говорю. Найс. Так, это что за... А, это тоже? А, нет, 5,45 было, наебал. Не, Кирюха, нету. 5,56... Бля, гранату кинул случайно, сука. Так, ну все, рванули. Я тоже готов. Только сейчас поедем, у меня еще какой-то квестик здесь вроде бы есть. Вот тут и. Или что это такое вообще? Сдать квест, наверное. А, у Горбатова есть. А, ну это. Зачистил норы, блять. Все нормально. Да. Молодца, парева, твоя награда. Еще сколько дает? Плюс 10. А ты брал на тушканов у него заново квест? Ну, он не дает. Он говорит, рано слишком. А, время не прошло, блять, в натуре. Вот черт. Так, ну и что у нас получается? Есть вот тут собак видели где-то здесь, квестик. Там что-то надо кейсик забрать. Собак видели уха. Где-то здесь, да, вижу. И потом дальше Фриману это дать квест. Ну пойдем. И потом на кордончик тогда двинем, если это. Да. Если это кордон, блять, или что это я даже. А ну вот свалка, а ну вот кордон. А, ну получается. А, ну это АТП враждебное, вот это получается кордон. Сам по себе. Ну и через него двинем тогда, да и все. Вот тут переход на болото кордон. Ну все, пойдем. Ты где, Киря? А, ты уже двинул. Там перед тобой. Летишь, блядь, торпеда.
А чё, ТП враждебное, да хуй его знает. Может, там какие-то свои бандосы. Местные, так сказать. Да, я тоже увидел, что ТП враждебное, не понял немного. Опять в это говно лезть, блять. Походу. А, или нет? Нет, это что-то другое. Это ж просто по дороге прям, практически. Ну да. Да, ловуха прям. Смотри, батут, бля, видишь? Ох, нихуя. Так он же не так сильно дамажит, не? Ну, 40%, 35% даже. Слушай, много. Ну, не, это хуйня. А, тут Сидорича убрали, а на АТП стал керня. А, ну вот. А вон, я вижу, лежит, блядь. Прикумарился, старичок. Реально. Видите, трупсталкера в бандитском костюме, бедолагу до смерти загрызли собаки. Он крепко сжимает белый кейс в руках. Похоже, это тот самый, который нужен. Ну, погнали, чё, недалеко. Да, погнали, похуй. Может, он сейчас как зальёт, блядь. 3000 лепы. Ай, блядь. 200, нахуй, как зальёт. Бля, есть варик распаковать эту хуйню? Да ёбаный в рот. Так, ладно, езжаем аптечечки. А то сейчас на батутах допрыгаюсь, блядь. А я думаю, лютые задроты Сталкрафт, эти батуты реально юзают как буст в ПВП какой-нибудь, ты прикинь. Да, чисто как, не знаю, как в этом, в Rocket Jump. Не, ну как в Апексе, знаешь, есть персонаж, который батут кидает под себя. Да, да, вот, да. Так же, блять. Блять, там джабы орут. А нам нужно 144 репы. Дай 144 репы, чел. Ух, ебать он надавал на самом деле. Навалил, слушай, костюм Горка 3 дал еще. Горка, да, бля, он на опыта много дал, репы. Слушай, ну 45 дал, я так-то, ухо, мое уважение. О, у него есть задание, можно набрать. По делу, ухо, задание есть? Все как обычно. Ух, блядь, бля. Кирилл, ебаный в рот. А нам же нужно в эту, блять, вниз, Мишаня. Блять, в натуре! Оп-оп-оп-оп-оп, все четко, блять. Прошаренные уже знают, куда бежать. Тут Бомбей сидит с Ксюшечкой. Витя Вязонный тоже отдыхает. Это амняш какой-то, няш-мяш. Ебать, Джонни Бунгало, блядь, у Максима спиздили ник. Блядь, я понял, это Максим на самом деле. Эх, Максон. Я-то думаю, что тоже с парнями в Days меньше стал играть. Понятно. Ладно, пока выброс, отойду ненадолго. Давай. Да, блядь, выброс сейчас на 10 минут, как обычно. Не знаю, съем пока батончик злаковый. Это не кейс пока, а что за кейс? А, ну, здесь Горка 3. Я его могу запихать сюда. Там патроны тоже сюда. Что за кейс? Коммунистическое нижнее подчеркивание. Собака сделал самый правильный выбор в своей жизни. Точка. Младший сержант. Мальчик молодой. А, и вправду младший сержант получается. Ну, поздравляю тебя, коммунистическая собака, с новым очком, с новым званием. Спасибо тебе большое за переподписку. Желаю тебе приятного просмотра и благодарю. Что за кейс? Покрути кейсы пока. А, в смысле, донатные кейсы? Или что ты хочешь? Я сделал. Нихуя себе. Ты смотри, а. Не, это не донатная валюта, тут рубли нужны. Блядь, шотка. Да хуя делов.
Набор новичок снайпер. Маскостюм, стейр скаут, ПМ, контейнер, усилитель. Сумка с патронами, детали 3000. Что это, блядь, за оружие? А, это бизон. Это какой-то типа бизон. Это походу у того чела, который тогда Кирюхе дал денег. 1000 рублей стоит. Обалдеть, блядь. Погоди, а ствол как у меня стоит 175 рублей? Слушайте, ребят, продам аккаунт. Недорого. Потом такой же комбес 190 стоит. Найс. А у меня, видимо... А, не, не такой набор у меня. Здесь МП5. А у меня МП-шка. Там вкладки слева вверху, по ним поклацай. Дробаш. 1000 рублей. Ближний бой. А, это не дробаш. Это винтовка снайперская. Вот этот дробаш. 390, ПМ 40 рублей. О, вот это вот кобра чертова. 90 рублей стоит, которая у меня. Модули всякие разные. По 250 рублей есть. Улучшение. Броня есть. Комбинированная тоже за штукарь имеется. Научная. Научная подешевле. Че, вроде закончила ебашить? Угу. Ебать тут чел, блядь. Ебать костюмчик у него бодрый. У бунгало? Нет, кучерс. Вообще ебанутый. Так, я что-то потерялся. А, нам к этому куху надо. Что берем? Да кабанов, наверное, давай берем, не? Кабанов. А, можно все взять сразу. Да? Да. О, найс. Свиное филе. А, это плоти. Тьфу, ебаный. Ух, ебать, они все далеко так-то. А, или нет? Ебать, глаз особый... А, глаз слабой плоти, хвост слабой собаки и копыта слабого кабана. Я думаю, за этот квест очень много должен давать. Нам нужно просто пострелять их, типа. Угу. Ну, погнали, ходите просто тогда. Вон тут ближайшая лежанка плотей есть недалеко. А у меня на карте вообще не видно. Нихуя. Ну, погнали вон туда. Не вижу. Они реально что-то вообще мало, пипец прям. Угу. Ну все, взяли квесты, блядь. Опа, погоди. А, не показалось. Потом арт нашел. Да, если бы. Детектор какой-нибудь, да. А я, кстати, думаю, здесь нет детекторов, по-моему. Мне почему-то тоже так кажется. Тут просто, ну, эти как его. Артефакты, как вот в DayZ, блядь. Рядом бегаешь, он хуяк вываливается и все.
Ле, брат, оставь мне тоже. Да, что да. Упал что-нибудь? Не, ну я твоих двух не утал. Осталось последнее. Опачки, зеленая плесень, сюда. Но я глаз слабый плоти нашел один. Я два нашел. Хорош. Точка. Бать, 3 очка репутации. Добрый, добрый шутерок. Спасибо большое за переподписку тебе. Рады видеть тебя, старина, на 8 месяц. Благодарю. Ну, рванули? Логово собак, да, рванули. Мы там и сталкеров пощемить можно будет. Факт, факт. Ну мы как раз пока до этого добежим. Да, недалековато. До Фримана добежим потом, и там по пути тоже что-нибудь будет. Да. Мы, правда, заебемся обратно идти, это пиздос вообще. Я ебу собак. Всегда готов. Опа. Ой, блядь. Несколько готов. Ай, блядь, а шо, где патроны-то? Пиздец, блядь. Вон еще одна шавка. Я нашел что? Не, а ты всех там золотал, которые были, собаки? Да, пиздец. Один хвостик был. Ну, я говорю, этот квест самый тяжелый, как по мне, из всех. Ну да. Бля, лежанка плотей обновилась сзади, старичок. Ну, заебись. Пошел погнали, фарм, бля. У, дрочка, да. Нормальная. Бля, игре не хватает музыкального сопровождения какого-то, я считаю. Да, радио шансончик. Да не, ну там играет какая-то музыка типа эмбиент на фоне, но этого... Хоть... Только этого мало. Гнида стреляет какая-то, блядь. Кирилл, у нас... Да. У нас появился, блядь, этот... На, соперничек. Я думал, это этот имеешь в виду. Баш, баш, готов. Хорош. Еще один сзади. Вот там. Блять, хуй это? Хуй соберешь. Вот рядом еще появился лежанка плотей. Кайф. То, что 40 надо. 40 метров, да. Че, по допам дрочимся, так в смысле, по допам? Мы просто хотим пятый рейд выбить у локации, ну и лут нормально заиметь. Настряла, блять, плочка. О, глазик имеется, найс. Хорош. А есть погоди, а есть глаз слабый? А, не. Он и есть. Стакались, да. Так. Но с плотями я выполнил. Да, с плотями я тоже выполнил. А, получается, какие у нас еще остались? Копыта кабанчиков, собачки. А, потом... А, ну слушай, у меня глаза слабой плоти 4 штуки есть. Погнали сдадим, чтобы чисто не это... Мозги не ебать себе. Давай. А то будем путаться в инвентаре, сколько там их осталось. Поставить на фон что-то самому не вариант. Да блин, я не знаю, что поставить такое, чтобы не выпадало типа с атмосферы. Смотри, тут есть какая-то это, блядь. Ну да. Да лупа. Там нихуя же нету. Да? Блядь. Давай, давай, старик, нормально, фух. Карусели эти ебучие прям на этой дороге, это просто кошмар. Ну шансон DMCA, блин, финишер. Я бы так-то с радостью шансончик бы навалил такой бодренький. Но если прям на фоне, только тихо-тихо, если не будет слышно. Так. 2 соточки. Ну 10 репы дает за микроквестик этот. Нормально, хотя бы чё-то. Такой себе. Ну, слушай, я думаю, вот этот весь пак выполнить, и он даст, ну, я думаю,
80, может, за все вот эти квесты, это же норм. Ну да. Ну, рванули, чё? Вон логово собака. Угу. Сгорело. Сгорело, блядь. Го к Фриману, короче. Угу. Корни хаваешь, да. Шансон DMC, лол, насчет уров лишь. Меня типа не парит, я не думаю, что на эти песни придет предупреждение. Просто вырежет дорожку, если услышит песню. Потому что там ютубовский бот. И он в это все вырезает. Омега быстро прям. Сука, ничего нет, бля. Зря лез. С кокосом вкуснее. С кокосом никогда по скидкам не бывает. Что ты хаваешь? Злаковый батончик такой, знаешь, есть. Корни. Ну, а мне не нравится. Не нравится? Да, а толку в них? Это, бля, они типа полезные, там одни углеводы. А что надо, бля? Ну, злаковые углеводы, нормальная тема, старик. Да, ну хер знает. Я лучше протеиновый батончик захаваю какой-нибудь. Ну, нихуя, протеиновый батончик сколько стоит, старик? Ну, вот, типа, по акции можно за 50 рублей найти. Ну вот, а я эти по 20, там, по 29, по 30 рублей беру. Ну, понятно, тогда, да. Чисто как перекус на стриме. А где еще крысы эти? Вот. Есть. Лично. Нормально валило говна. Нормально. Там логово собак прям по пути на квест. Пойдем. Тебе реально дохуя дали. Сначала коробочку вот эту ебучую забрать зеленую. Пусть знает, почему нам ее дали, но мне раз дают, то грех отказываться. А я здесь за ту шкалнов забрал и все. Не, у меня вон там еще есть. Мне кажется, это работает так, что ты какую-то псину завалил просто по дороге. А она, оказывается, заблудилась квестовая для кого-то. И какой-то сталкерок ее потом почистил, и вот тебе дают. Может быть. Вот, и тут еще... Ой, блядь. Логово собак обновилось. О, найс. Ну, 9 собак. А я не знаю, мы же убиваем, нам на двоих засчитывается, да? Ты не торопись, блядь, старик. Ой, блядь, Мишаня, нахуй. Че, игрот? А, псины? Я сейчас, блядь, от собак лягу, блядь. Ебать, старик, ты еще. Ай, блядь! Я чуть от батута не лег. Бля, еле выжил. 15 хп, блядь. Убил собак? Не, вроде кто-то остался, так как он не закрывает. Вот, да, есть. Собачий хвост, найс. Блядь, а я продавал, у меня был собачий хвост. Да, у меня их дохуя было, я всегда все продавал тоже. Ну, собак. Шо, где еще? Какие-то кудачки! Ай, блядь, Кири меня хуярит. Убил меня кто-то почти. Ебанул меня очень больно. Мне тоже, да. Арморчик спас так-то. Да. Голову захуярили. У тебя? Загасил. Еще один есть? Или все? Не уверен. Да, у меня. Вижу. О, в голову ваншотнул меня. Да, меня тоже отъебал жестко, блять. Эх, сучара. Ну, время танчики, мне кажется. Что думаешь, танчики пойти? Да в пизду опять этот дрочево все проебал, блять. Next time, блять. Ну, пойдем.